Что ж, думаю, многие из вас следили за новостями и видели этот таинственный твит от Bungie, в котором с нами говорит тьма, мы слышим записи с корабля. Что бы там ни было, игроки перебирают варианты, чтобы выяснить значение этого послания. Например, один из пользователей Твиттера заметил сходство с записями звуков, записанных реальными космическими кораблями на орбите Сатурна. Запись можно послушать благодаря обнародованным материалам НАСА. Другой фанат предложил одну из теорий, связанных с релизом дополнения. Спектрометр на изображении состоит из нескольких столбцов. Их точное количество — 91. Новый сезон начинается 9 июня, и если прибавить к этой дате 91 день, мы получим дату 8 сентября, вторник, что идеально подходит в качестве предполагаемой даты релиза нового крупного дополнения, которое почти наверняка будет прямым образом продолжать идею пирамид. Однако, как бы там ни было, общий знаменатель у всех теорий один – пирамиды близко, и встречи с тьмой уже никому не избежать. Еще с начала месяца игроки готовятся к худшему, а именно к тому, что некоторые планеты или спутники могут быть уничтожены флотом тьмы. И причина таких догадок не только в невероятной силе тьмы. Это не простое желание дестроя. При обсуждении подобных теорий игроки ссылаются на слова разработчиков о том, что игра не может расти вечно, и рано или поздно в ней нужно будет что-то убрать. Просто так выкинуть планету было бы не совсем логично, а тут и лором можно объяснить, и эффектным синематиком. Что ж, вклиниваюсь в эти байки. В этом видео порассуждаем о том, какие планеты могут стать первыми жертвами. И да, не только планеты, но и спутники. Итак, сразу выносим за скобки планету Земля. Безусловно, уничтожь пирамиды наш дом, вынудили бы они нас покинуть планету на огромных кораблях для эвакуации, мы бы не сидели сложа руки. Мы бы, делали баунти, там в ивентах участвовали, гадролы фармили, Ева Леванты бы принесла новый гриль с рецептами. Ладно. Шучу. Просто об этом даже серьезно говорить невозможно, так что давайте к более реальным претендентам на трагический конец. Марс. Красная планета появилась в игре в первом году. И самое важное, что нужно помнить об этой планете, что это дом Распутина. Ключевые органы управления находятся здесь. Это мозг главного оборонительного орудия человечества, с которым мы совсем недавно наладили контакт, чтобы остановить всемогущий. И безусловно, это может сделать Марс целью номер один для флота тьмы. Но в таком случае, как будет развиваться повествование игры? Это, по сути, может обречь человечество на гибель. Все, гейм овер. В пользу уничтожения можно отнести факт того, что даже в сезоне величия, который целиком завязан на Распутине, как на ключевом персонаже, Марс никак не обновился. Там не поменялось вообще ничего. Ни ивенты, ни налеты, ни локации. Так что, возможно, это как раз лишний знак того, что разработчики не особо-то им дорожат. Хотя, конечно, не исключено, что Распутин не так прост и на самом деле переместил все свои жизненно важные органы в иные терминалы, раскидал их по системе и работает теперь не просто как военный разум, а как настоящая военная нейросеть. Ио, спутник Юпитера. Красивая локация из оригинальной сюжетной кампании игры. На Ио есть любимая многими из нас миссия «Шепот на винтовку, шепот червя», красивейший налет Пирамидион. Кроме того, всего год назад на спутнике появился другой налет, гниющее ядро, который является тонким мостиком к другому кошмару стражей, к Саватун, к истории, которую тоже нужно будет логично вписывать после катастрофы с пирамидами. Ну и кроме этого, на Ио располагается один из бункеров Распутина, что может его в какой-то степени защитить, ну или попытаться защитить от удара пирамид. Не зря же мы так долго топтали поверхность спутника, заряжая орудие Распутина. Единственная причина к уничтожению... надоедливый Ашер. Если это аргумент, то окей, пускай сохранится крошечный шанс на уничтожение. Несс. А вот это уже стало явно бы шок-контентом. Многие игроки обожают Несс. Это невероятная планета,
Безумно красивая территория с красными деревьями, реками из масла вексов. Вексы плотно вцепились в это место, и процесс терраформации планеты уже необратим. Если бы разработчики решились на такой шаг и стерли бы эту планету, мы бы потеряли массу активностей и любимых мест. Мы бы скучали по нейроматрице, скучали бы по гигантским бурам из налета вывернутый шпиль, что был нами пройден еще в бетке игры. Но NES — самая большая локация в игре, самая тяжелая. И если мы будем просто смотреть только на то, как бы нам сэкономить десяток гигабайт, то это может стать аргументом. Кроме того, быть может и вовсе Левиафан, находящийся на орбите Несса, наконец пожрет планету, чтобы набраться сил к приветствию флота тьмы. В общем, уничтожение Несса равно уничтожению огромного количества контента. Но в качестве технической необходимости это вполне реальный претендент. Меркурий. Если бы вас попросили составить топ своих нелюбимых планет, то Меркурий точно бы был в первой тройке. Эта локация самая неинтересная и пустая в игре. Нет причин зависать на Меркурии больше необходимости, но это все с точки зрения контента. Однако объективных причин, по которым пирамиды бы уничтожили Меркурий, нет. Меркурий – ближайшая к Солнцу планета Солнечной системы. А пирамиды двигаются, ну, знаете, с другой стороны, так что это было бы странно. К тому же, куда в таком случае летали бы стражи за наградами из испытания Сириса, верно? Ну и опять же, если к Нессу можно было бы привязать аргумент о том, что он тяжелый для системы игры, то Меркурий занимает место размером с пару налетов. Ну и разумеется, претендент номер один – Титан. На данный момент это самый очевидный и предсказуемый претендент на выбывание. Во время первого коллапса Титан был одним из первых мест в Солнечной системе, что столкнулось с присутствием тьмы. Запущенный с Титана разведывательный зонд столкнулся с неизвестной аномалией, а затем перестал выходить на связь с новой Тихоокеанской аркологией. Вскоре после этого аномалия была признана угрозой такого масштаба, что вся планета была эвакуирована. И именно эвакуация, возможно, заставила флот тьмы в тот раз обойти Титан. Кроме того, главный источник информации о пирамидах, что у нас есть сейчас, это табло в бункере Распутина, на котором отслеживается их продвижение. И Титан – самый ближайший из точек, посещаемых нами на этой карте. Из геймплея на Титане есть только один налет, хоть и должен признаться один из моих самых любимых – песнь «Саватун». Вендор локации Слоун, пожалуй, самый незаметный и незапоминающийся персонаж. Однако пара экзотических квестов все же приводит нас именно на Титан. Одна только миссия с тайниками Кейда чего стоит. От таких заданий отказаться было бы тяжело. Ну и опять же, где мы будем тестить новые пушки, если наш любимый Огр потеряет свой дом? Но, повторюсь, эти слова — это все не больше, чем тычки пальцем в небо в поисках контента. Нет никаких официальных поводов предполагать, что какую-то локацию собираются так грубо уничтожить в ближайшее время. Однако согласитесь, что сейчас игре необходима новая встряска в духе уничтожения башни или убийства Кейда. Шок-контент такого рода пошел бы на пользу. Главным же возражением всех этих теорий может стать простой вопрос. А как тогда Bungie адаптирует сюжетные кампании, завязанные на планетах? И да, я понятия не имею, как бы это работало, если бы такое произошло. Но пофантазировать было забавно. Что ж, ждем анонса нового сезона со дня на день. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить ничего важного из мира игры, и до связи.